Привет, ребята! Сегодня я нахожусь на газовой котельной и хочу вам продемонстрировать следующее. На низу у меня здесь находится ноутбук, к нему подключен ESP8266, а здесь у меня какие-то показания. Сейчас объясню, что это такое. Также вот у меня подключен здесь частотомер. Вот у нас счетчик газа, Irvis K300 преобразователь, и у него есть следующие выходы, то есть у нас есть здесь выход по матбас, а также есть частотный выход и токовый. С помощью частотного выхода мы попытаемся сейчас считывать показания на ESP. Программку я уже реализовал, она довольно несложная. И вот, давайте, вот у нас есть два котла, чтобы расход пошел. Так, на этом у нас 73 градуса. На этом у нас 69. Ну и сейчас давайте его запустим в ручном режиме. И мы будем контролировать расход на счетчике газа. И то, что у меня показывает здесь. Так, сейчас у нас здесь частота по нулям. Здесь расход. Это накопленное показание. Расход пока по нулям. Возможно, с первого раза не зажмется. Подключено все это дело через автопару. Настроено прерывание. Как только идет изменение по фронту, срабатывает прерывание, и у нас идет импульс плюс 1 считается. Так, зажегся у нас котел. Пошел расход. Расход газа пошел. Так, смотрим наверх. 24,4. Так, расход растет. 110, 111, 112. Это частота идет у нас. Смотрим здесь, что у нас показывает. Так, счетчик у нас 117. Это у нас счетчик частоты. Now это текущее потребление. Total это накопленное потребление. Смотрим сюда. 47,6. Текущее потребление у меня, смотрим, 47,36, 48,1. Наверное, частота растет. 128, 129. Смотрим туда. То есть, как видим, частота примерно совпадает. 130, 127, 47 и 36. Расход. Как видим, приблизительно расход совпадает. Расход раз в секунду рассчитывается. Ну что, надо бы пора отключать котел. Так, у нас на минимуме еще работает. Этот котел запустился в автомате. Ну что, как видим, частота сейчас падает. Расход был 12,7, я успел заметить. Смотрим здесь. Здесь у нас 14 пока. Здесь 12,6. Неизвестно там за какое время считает. 37. Смотрим по частоте. По частоте смотрим, у меня нормально считает. То есть вот 38 каунтер. То есть частоту правильно рассчитываю, то есть неизвестно, сколько в счетчике там берется среднее за 2 секунды, либо за 1. У меня рассчитывается за 1 секунду. Ну и давайте посмотрим саму программку. Так, попытаюсь сейчас, очень неудобно это все дело показывать. Вот функция отправки данных, она пока не задействована. Ну, она задействована, но сейчас мы никуда не отправляем, потому что здесь у нас Wi-Fi не ловит. Вот у нас подсчет частоты, то есть мы умножаем на коэффициент вот этот 0,37, в зависимости от соответствующего диаметра, и рассчитываем 2 секунды. Все очень просто. Ну и вот и там у нас меняем состояние светодиода. Эти принты только для отладки, во время работы они будут убраны. Также вот проложен вот он
пробуем сетевым кабелем. Вот я по кругу проложил. То есть я уже задолбался тут это вести по этой всей котельной. И вот оно вот там вот будет выходить наружу. И посмотрим на крыше там, то есть он будет установлен. И посмотрим, как это все дело передается. Ну что, поехали дальше. Итак, ребята, мы находимся на крыше. И вот как все устроено вверху, так сказать. Вот само крепление. Чтобы вы представляли себе, вот мой палец. Болты тут нормальные такие. С запасом, так сказать. Вот эта вот штанга, она прогрунтована и покрашена. То есть с ней все нормально будет на долгое время. Кабель, соответственно, потом укроется, пока это все дело на проверке. В коробке находится SP8266. И все это дело передается, вот видите, синенькое здание. Сейчас я попробую вам увеличить это все дело. Вот, видно модем, который установлен у меня в комнате. И вот он на такую дистанцию рубит, можете себе поверить. Ну что, пошли ко мне и убедимся, что все работает. Ребята, мы находимся в месте сбора данных. Сам модем. К нему подключена камера, к нему подключен Orange PPK. Вот монитор, на котором мы позже посмотрим, что и как приходит и передается. Сам модем раздает Wi-Fi. К нему подключается ESP8266. И все это дело приходит сюда на компьютер. И ведутся логи, если надо. Также это все дело и отправляется на народный мониторинг. Ну что, давайте посмотрим, собственно говоря, все поближе. Так, ребята, вот Orange PPK, он у нас сердце сбора данных, а также и отправление их дальше. Вот загрузка всей системы, то есть, как видим, он работает нормально и не грузится. К тому же, как ранее я говорил, у меня на нем работает еще сама камера. Вот, допустим, так, и вот сами скрипты. Здесь у меня вообще это работает, так, как раз таки это учет газа идет, то есть здесь мы можем отправить данные, что у нас все в порядке, либо мы можем подправить коэффициент, то есть вот с данным коэффициентом у меня работает правильно, в соответствии с теми показаниями, что и на счетчике. Хотя вот сама бумаженция, вот я попытаюсь так подставить, здесь у нас коэффициент 0.37 идет. Ну, с 0.35 у меня показывает так же самое, как и на самом счетчике. То есть уже неделю поработала и все показания соответствуют. То есть в начале месяца теперь, вот здесь видим здесь total, я раскомментирую ответ. То есть когда мне придет сюда, данные будут передаваться, я всего лишь раскомментировал ответ, это пока на первое время так сделано. И я могу здесь поставить 0, и данные будут обнуляться, и будут каждый месяц с нуля считать. И все это дело у нас ведется, вот остальной код. Тут ничего сложного нету. То есть здесь у нас типа сервера, сюда приходят данные, и все это дело у нас ложится в файл. Здесь не обращайте внимания, здесь надо переписать. Все это дело приходит к нам в файл. Сейчас попытаюсь посмотреть. Так. Вот. Те данные, которые к нам приходят, они выглядят так. Конечно, здесь можно было сделать форматирование, чтобы оно более красиво выглядело, но пока как есть. Далее, здесь же у меня работает вообще сам народный мониторинг полностью. То есть здесь у меня сейчас не только эти датчики, у меня сейчас здесь и загрузка процессора работает, и так, температура процессора также передается, и остальные все датчики, то есть все идет через Orange PPK сейчас. Далее сейчас мы переключимся и посмотрим. На телефоне все выглядит следующим образом. Вот какое количество показаний идет от Orange PPK. И если касательно газа, то вот
Это у нас накопленные показания, то есть в начале месяца я все это дело сбросил. И теперь вот на данный момент у нас есть за сегодня 46 кубов. Если касательно ранее брать, то вот как оно примерно было. То есть я здесь установил значение на счетчике, и оно вот так вот все, то есть я контролировал, сколько было на счетчике, и все это дело подгонял. То есть я сказал, что у меня получился коэффициент 0,35. Далее, если касательно, как сам расход идет, то это все примерно вот выглядит вот так вот. То есть можно растянуть и посмотреть именно за какое время у нас, когда был какой расход. То есть бывает, если промотать дальше, то бывают нормальные пики даже. Можно посмотреть. Вот если взять день, вот видим, было, прыгало до 8 кубов. Ну что у меня здесь еще? Здесь еще есть, вот касательно котельной, вот у меня здесь еще передается подача. И также есть у нас здесь обратка. Вот как все выглядит. Итак, ребята, вот как устроен частотный выход в самом счетчике. И у меня, конечно же, я не знал этого изначально, у меня возникли проблемы, как считать нормально сигнал. Потому что получалось так, что я нагружал оптопары, и напряжение как бы выходное падало, и непонятно, что там получалось на выходе. В итоге я связался с ребятами, которые мне объяснили, как здесь все устроено. И вот выходной каскад, он примерно такой. Здесь два резистора. И вообще, вот он получается типа 0,5 ватта. Вот этот вот резистор и 500 Ом. То есть сюда я смог там 100 Ом резистор добавить и повесить. Ну, в итоге итоговая схема получилась вот такая. Вот как-то так вот. Ну что, кому понравилось видео, пожалуйста, оцените. Также я приветствую комментарии под видео. Кто захочет повторить такую конструкцию, можете спросить то, что вам как бы непонятно было. Я постараюсь вам ответить. Ну что, всем пока.